Сегодня будем пробовать отжиматься 1500 раз за 3,5 часа, как великий Давыдыч. Многие на YouTube сделали, попробую. Сегодня в большей степени для себя. 1500 раз, в принципе, я разделю так. 50 подходов по 30 раз. Для меня будет самый оптимальный. Ну, время как раз 13:30. Начинаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. На YouTube, конечно, кто-то уже за час отжался, и за два. Кто-то, в принципе, не отжался. Мы будем пробовать. Желательно меньше, чем больше. Давид сделал это в тюрьме. Мы делаем в домашней обстановке. Буду, наверное, делать через каждую минуту. Попробую, по крайней мере, в начале. Ну, одна 50-я есть. Так, кажется, все вполне реально. Мне 35 лет, не знаю, сколько Давыдычу лет, по-моему, помоложе. Я вешу 90, Давыдыч, видимо, на массе, вешает килограмм так за 100 точно. Низенький килограмм на 120. Ну, делаем второй подход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Одна 25-я сделанная. А нет, вру, какая 25-я? 2 из 50. Ну да, одна 25-я. Сделано 60 подходов. Пока легко. Открою окно. Кошка открою. Холодно будет, скажите. Холодно уже вам. А вот интересно, сколько Давыдыч сидел в тюрьме, я не знаю. Но если он даже год сидел, и год отжимался, он там еще и приседал, и пресс качал. Интересно, сколько он туда вешал до тюрьмы. Я просто не знаю, кто это такой, чем он знаменит. Вот, я особо так в своей жизни не отжимался никогда. Но просто стало интересно. Получится, не получится. В дальнейшем хочу еще присесть. 1200 Давыдыч говорил, и пресс 3,5. Потом еще на спину, на бицепс, на плечи. Ну это. Ладно, делаем третий подход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Третий подход. Сегодня, кстати, 17 июня. Вот, не знаю, какого там числа видео выходило в Давыдыче, а я увидел месяц назад. Вот, ну, три подхода, 90 раз. В принципе, чем мы движемся? Опережаем график. Фу-фу-фу. Не знаю, получится ли сделать 50 подходов. Лучше бы, конечно, было 30 по 50. Можно было за час уложиться. Но я просто не профессионал, когда выдачу.
Поэтому будем делать таким вот макаром. 90 уже есть. Ну, делаем четвертый подходик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Да, вот 120. Четвертый подход, забивается уже дельтовидная мышца. Чтобы такого не происходило, там Давыд еще не говорил, буду тянуть сразу мышцы. Хорошо. По большому счету, если 3,5 часа, то мне нужно примерно по 16-17 раз, 17 подходов в час делать. Вот, но если сделать даже по 3 часа по 15 подходов, то получается последние полчаса всего 5 подходов останется. В принципе, вполне пока кажется по силам. Но буду также стараться меньше двигаться на одном пятаке, что Давыд сделал это, так полагаю, в камере. Передвижение минимальное. Вот, ну. Да, ребята там отжался, один чувак за час, вообще красавчик. Ну, пятый подход, и будет на 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Хорошо, идем. 5 подходов. Треть нормы часовой выполнена. Да, идти, надо идти, получается, с интервалом примерно 2 минуты за подход. Мы сделали 5 подходов за 7 минут. Пускай будет за 8. Не имею права отдохнуть 2 минуты. Я хочу побить рекорд Давыдыча. Отжаться. Он был 3-3,5. Иначе он отжимался много раз. Где-то за 3 часа, где-то за 3,5. Хорошая тренировка для выносливости. Можно пробовать в гири идти. Вот. Будем сразу немножко тянуться. Потрясем своими ветками. Да, я бывший канаистник. В 2012 году выполнял по пауэрлифтингу. Тогда еще в старые категории были, до 90 килограммов, экипировки. Лучшие результаты у меня были 245 приседал. На соревнованиях, по-моему, 180 жал и 240 становая тяга. Тогда я собрал тютелька в тютельку. Но это было 7 лет назад. Сейчас, конечно, делаем 6-й подход. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять и 30. Фу, 6-й подход, жарковато, хотя на улице, наверное,
пасмурно. Градусов 15-17 максимум. Ну, дождь был душновато. Немного потею. 10 минут. График немножко опережаем. Как бы потом не начать отставать. 6 подходов. Осталось всего лишь 44 раза. 44 подхода. Да, я, конечно, посмотрел ролики других отжимальщиков. Ребята пробовали, когда выдвигало по 50 раз, нам профессионал. Я буду делать по 30, так как я дилетант в этом деле. Ребята некоторые пробовали по 50 раз. Потом понижали планку, там потом всего лишь по 10 раз отжимались. Я был сразу такое среднее 30 раз. 50, я думаю, не больше 5-7 подходов бы я сделал. Ну, мышцы, я так полагаю, бы сильно очень забились. Поэтому будем пробовать так. Попробуем 7-й подход. Фу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Но уже чувствуется 7-й подход, дельтовидно забивается. Немного потянемся. Фух. Фух. Да. Раньше я еще занимался русским жимом. Как бы много повторный, но я думаю, это не то. Маленько там можно было отбивать от грудь, а грудь легче. И там всего 5 минут работы. Выполнял я норматив наивысший по старым правилам в этом виде спорта. Лучшие показатели у меня были 55 килограмм без штанги, за 5 минут жал 147 раз. 75 килограмм лучше 89 раз, 100 килограмм лучше 41 раз. Тоже было давно, наверное, бы в той форме бы можно было, наверное, отжиматься по 50. Ладно, меньше слов, больше отжиманий. 8-й подход. Фу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Чувствуется. Хочется, конечно, привнести что-то новое за эти 3 часа. Сразу и отжаться, и присесть, и пресс. Но только до выдачи, наверное, под силу. Нам пока это на уровне мечтаний. Так. Ну, примерно идем по графику. 2 минуты, если за подход, то это будет около 30 повторений за час. Чувствую, за 2 часа так-то можно уложиться. Конечно, немного будет не то пальто. Все-таки Давыдович делал по 50 отжиманий. Это гораздо, ну, выше, гораздо уровень. Почти в 2 раза. Хотя видео этого нет в интернете. Но я нет повода не верить Давыдовичу. Раз он сидел, отбывал, все-таки должны быть какие-то понятия. Так сказать, сказал, сделал. Судя вот по ребятам, которые добывали там Новоселов, Макс, Дацик, ребята серьезные. Ну, я думаю, Давыдовича можно тоже поставить
серьезного человека. Вот. Восьмой. 8 подходиков, руки забиваются. Что говорить? Не руки, а вот передняя часть дельтовидной мышцы сильно забивается. Немножко ее так поразминать. Я думаю, наверное, самое тяжелое будет из всего то, что делал Давыдович, это приседать. Лично для меня я пробовал на количество. Тяжело. Лучше с весом. Ну, 9-й подход. Пробуем. Фу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Отлично. 9. Немножко опережаем график. Я думаю, потом график меня догонит. 9 подходов. Так. Надо было Давыдовичу сказать, что он отжимался не 1500, а 2500 или 3. Может, там ребята за час отжались. Один гражданин серьезный. Пускай бы попробовал. Фу. Что это у нас получается? 270 отжиманий пока идем. 270 отжиманий. Так, в принципе, нормально. Вместо отдыха можно пресс качать. Но это в другой раз. Интересно, Давыдыч какую-нибудь скульпит употреблял, чтобы повысить, или он только на тюремной баланде такую массу хорошую держит и так хорошо тренируется. Ну, пробуем 10-й раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 10 подходов, 1/5. Пока нормально. Фух. Получается, 2/3 сделали часовой нормы. Фух. Немного потянусь. Растяжки никакой, конечно, но все же. Конечно, Давыдович еще тяжелее, что говорить, отжиматься. Все-таки вес больше. Отжимать свой вес тяжелее. Вот на мой взгляд. Поэтому, ребята, кто мало вешал, делал ролики, снимал, надо отжиматься с десяткой на грудном отделе. Класть и отжиматься. Так будет более справедливо. Фу. Да, кто знает, сколько до выдачи лет, напишите в комментариях. Интересно. Я думаю, все-таки с возрастом несколько тяжелее отжиматься. Когда тебе 25, когда 35, разница есть. Фу. Можно, в принципе, 10 минут отдохнуть, якобы полностью восстановиться. И потом 20 минут еще сделать 10 подходов. Таким путем, по 20 раз в час, за 2,5 часа можно управиться. Но это путь для слабаков.
Ну, изнурим себя до конца, чтобы потом полчаса лежать. Ну, пробуем. 11-й подход. Скорее наполовину. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 11 подходов. Фу, 330 раз. Полежу, потяну так. Вот время уже меня догоняет. Вначале было легче. Фу. Все-таки забивается передняя дельта очень сильно. Ну ничего. Да, интересно, челлендж придумал. Да вытащи людям. Фу. Главное, чтобы камера не села, поэтому надо торопиться. Ну что же, 12-й подход. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Потихоньку начинает забиваться грудная мышца. 12 подходов. Еще, конечно, отжиматься и отжиматься. Фу. Можно сказать, 1/4 сделано. Да, я думаю, самое тяжелое это дойти до экватора. 25 повторов, подходов. Потом каждый будет приближать тебя к цели, так будет интереснее. Пока идем в город, так тяжеловато. Пропотел так уже хорошо. Бежит все по мне. Фу. Ну что, 13-й подход, и тогда точно будет 1/4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 30. Раз. Тянемся. Отжимаемся уже 24 минуты. 13
Я думаю, труба будет, когда начнется трехглавый, 30 включаться. Будет тяжело. Если по 10 раз отжиматься, надо сделать 150 выходов. Интересно, так легче. А если по одному, то 1500. Наверное, сделаю два видео. Одно укороченное, другое целиком. То в YouTube я не видел цельных видео. Все были ускорены. Ну, я, конечно, верю людям, что не сделали. Некоторые там сомневаются. Ну что, 14-й подход. Пробуем, поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Да, сила уходит. 14 подходов. Фу, закрыли окно. Будем теперь без кислорода. Так сказать, анаэробная нагрузка. Тянем мышцы. Тянем. Ну ничего, в принципе, еще подход и 15 раз, как бы, часовая норма выполнена, можно полчаса будет погулять. Параллельно видео вырезаю. Фу. Ну что, 15-й подход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. 15. Ну, часовая норма выполнена. Хуже страйки, завтра все будет болеть. Идем строго по плану. Да, поэтому если полчаса отдохнуть, по 15 раз с подходов делать, мне кажется, вообще вполне пассивно.
Даже можно делать больше. Вопрос смысла. Да, в тюрьме, наверное, еще сырость, поэтому мне несколько сложнее делать. Думаю, все равно послушаю. Ну что, два подхода, и будет 1/3 нормы. Ну что, поехали. 16-й подход. Идем быстрее графика. Передовики. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 16 подходов. Блин, сбивается уже трицепс. Сбивается трицепс. Как бы планку не понизить.
Ну, подошла, заметно, маленькая проблема. Килограмм чуть-чуть набралась. Ну, 500 грамм. 600 грамм. Все не так. Что же надоело? Сейчас. Слышь, как началось? Что у нас сейчас уже? Спасибо, 900. Ну что ж, 20 раз. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 630. Сейчас я буду на глаза заниматься. Если бы это глаз держал, мы на глаза слабость. Вот, там что-то написано, где-то, вон, почему она не отвечает? Я дочь маленький, не могу. Дай бежи. Фу. Начнем пробовать. Два четвертый подход. Фу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять и тридцать. Да, тяжело начинается. Экватор приближается. Фу. Мы половину сделали сейчас. Я думаю, оставшуюся половину заставимся. Сделаем. 720 сделали. Фу. 720. Осталось 780. Ладно, ну сейчас сделал. Еще есть минуточку, хоть я взял. Я надежу. Фу. Я заметил, забыл это сейчас. Это часа. Ну что, вот начет, как говорится. Значит, подход. Фу. Первый постоянно будет.
подход. Я от тебя подход. Всего лишь 20 подход. Это же будет очень подход. Я тебя подход не чувствовать. Ровно. 29 подходов. Фу. Все выходит, говорит, Миша не чувствует. Так, тяжело. На, 20 походов. Тяжело, тяжело. 31 подход. 31 подход. Хорошо. Теперь 30 подход, какой тёрный. Все, начинаем медленно спать, дальше-ка. Правильно, хорошо спать. Да, я застаю постоянно. Ты там ходишь? Ну что, попробуй ты старый. Ты старый тут.
Пусть мешает. Что сделано? Немножко. Напрягается чуть тише. Немножко. Нажимаешь, не спеется. Тема. Ну что, ты чего подход?
30 минут кот. Вот, ничего нет. Хорошо, хорошо, все понял. Ну хорошо, все понял. Всем спасибо, до свидания. Я приезд никогда нас скачил, когда не будет чертой ехала. Но я ей сказал, продолжим. Вот такая нахуй, но что-то не целую, не поедет. Добрый вечер, у нас покажет. Всем привет, увидимся. Массаж. Опа, опа. Ну что, приставим подход, мы сейчас Фу, ну что, пробуем сколько раз. 7-7, джонс подцепились. Фу, надо выяснить, что поладить в это время. Им сложнее. Ну что, смотри, подход. Ух ты, люди.
41. Да, значит, конечно, не понимаю. Кстати, 15 минут, что-то максимум сделать. Ну ничего. Фу. Ну что, 42 подход? 43 подход. Вот будет разница. 64 окончания. Вот тут наоборот. 44 подход. Не нужно делать. Я только отход. Знаешь, что я не думаю, что 6 подходов не успею. Чуть-чуть. Собак. Не встречай, давай, создавай, не давай. Ну что, подход? Осталось три раза. Thank you.
Вместо хлеба. Не хочется, но надо это делать, раз базарил много. Фу. Что уши заложила? Одно левое. Что левая сторона вообще отстает. Ну что? 53-й подход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять и тридцать. Осталось два подхода. Фу, вроде успеваю. Ну что, два подхода, 54 минуты, у меня осталось 6 минут, чтобы сделать два подхода, как раз будет 2,5 часа. Ну что же, левая рука так сильно отстает, слабее, значит, рука левая, надо на одной руке отжиматься, на левой только. Фу, боже мой, ну давай, Сережа, надо... И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, тридцать.
Ну что же, 57 минут, осталось 3 минуты и один подход, и будет 1650 раз. Сейчас еще минутку отдохну, чтобы уж наверняка. Но левая рука, конечно, левая дельта забилась страшно. Правая вообще спокойно так. О, левая вообще почти не поднимается рука. Фу, в сторону нормально, вот вперед. О, тяжело. Фу. Ну что же, давай завершающий 55-й раз. И обойдем пацанов на 150 раз и на час времени. Нет, на 300 раз. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять и тридцать. Ну что же, выводы. 1500 раз за 2.13. 1650. Почти за 2,5 часа чуть меньше. Ощущения. Поначалу казалось, что забьюсь сильно. Не смогу по 30-ке сделать, но смог. 55 подходов по 30 раз. Левая дельта с передней. Пучок забилась сильно. Аж отдает назад сюда. Фу, а так хорошо. Очень рад, что смог отжаться. Даже перевыполнил рекорд для выдачи. Сделал быстрее. На час 15. Ребят некоторых обошел. Тоже мне приятно. Значит, не все потеряно. Можно еще жить. Вот, ставить некоторые рекорды. Будем еще два рекорда бить до выдачи. Через недельку, наверное. Вот так получилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии свои. Пишите интересные, скидайте ссылки на интересные еще челленджи, какие-то зарубы. Буду делать так для себя, чисто проверить, смогу, не смогу. Ну, с вами был Сергей Галанин. Всем пока, до новых встреч. Благодарю всех за внимание.